вот мои цветульки, красотульки, чем могу пока похвастаться. Зима. Ну, красивые еще остались краски лета. Вот на этих моих колюсах. На улице ночь. Захотела показать, как же они хороши. Нужно будет их черенковать. Красавчики. Хороши. Стоят они вместе с моими комнатными цветульками. Вот это вот такая хойка у меня. Вот здесь тоже колюс стоит. Стапсус. Али. Это мой лоспатет. Красавчик. Красавчик лоспатет. Пока нового листа нету. А здесь опять пошли колюсы красивые мои. Но все равно уже цвет не тот. Зима. Что говорить. Вот. А то, что осталось где-то расцветочка, это с лета. Это вот крокодил. Называется крокодил. Еще там одно слово впереди забыла. Вот такая вот красота колюса. Вот он еще какой хороший. Вот они у меня так стоят. Надо бы подсветочку еще вверху им сделать. Ну а в общем-то вот так у меня в доме цветочки на полочках зимуют. Подсветочка такая у них. Горят лампы. Там и перегорела одна, темно у них. Вот. Тут уже насадила рассады. Рассада. Это у меня уже здесь зашла дихондра. Зашла. Сходят петуньки. Все по подсветочке стоят. На ночь только выключаю. Вот. Так вот мы и зимуем. А вот такой мангольд, колюс, вот он вообще был летом. Вот такие мелкие невзрачные листочки у него были. А сейчас за зиму вот как выдал. И с таким вот ободочком темненьким. Красавец. Надо макушечки с него срезать и укоренить для размножения. Невозможно понять, что это было.